В Сыктывкаре офицеры Росгвардии приняли участие в церемонии принятия присяги кадетами школы номер 3 имени Василия Лыткина. Ребятам пожелали гордо нести почетное звание кадета, успешной учебы, твердости духа и стремления во владении знаниями. Мальчишки и девчонки дали торжественное обещание быть честными и дисциплинированными, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, беречь и приумножать славные традиции кадетского движения, после чего ребятам были вручены шевроны Росгвардии. С ними постоянно будет проводиться военно-патриотическая работа, экскурсии, занятия. Сегодня мы посвящаем в кадеты лучших учащихся школы. Мы верим в то, что наши кадеты вырастут достойными людьми, настоящими патриотами своей родины. В рамках учебной программы для кадетов Росгвардии предусмотрено занятие по военно-патриотическому и нравственному воспитанию, развитию у ребят умений и навыков, необходимых для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения ведомства. В завершении присяги прошел бал. Юные кадеты станцевали вальс.